Так, ну а теперь я тут могу уже, как говорят, говорить. Ну, что мне вам сказать? Уже в очередной раз. Что вы, наверное, поняли, что я здесь живу. А номерацию домов я вам всех говорить не буду, так как кто знает наш район, тот все скажет сам. Это у нас номер, дом номер 10 в Одесской. Дом номер 2. Дом номер 4. Ну вот такие вот у нас тут чешки стоят. Это чешские проекты. Пойдемте. Сделаем мы немножечко сегодня по-другому. Я со своей стороны хочу подняться наверх и показать вам все-таки, да и вообще, как у нас тут зимой. Так, тут нету еще ни одной колеи, никто не ходит, наверное, кроме меня. О, как хорошо снег хрустит под ногами. Это наша зима на моем районе. Вот куда-то собачка побежала. У нас тут недавно был отстрел бродячих собак. И так получилось, что я на Кишиневской снимал. Стоял собак, и женщина, которая кормила собак, за мной увязалась. И она мне сказала, что я вот теперь знаю, где ты, ну, живешь, и в случае, если что-то случится, значит, с моими потом с собаками, я буду знать, где тебя искать. Я приезжаю домой, и мне мама говорит, что сегодня был отстрел бродячих собак. Так что вот такое вот совпадение у нас было. Я, честно сказать, немножко сам расстроился, что меня вот так вот взяли, вычислили, а я тут еще и, ну, что ли, беду принес.
Так как время у меня сегодня предостаточно. Когда-то очень давно, очень-преочень давно, в моем детстве мы все любили кататься вот с этой вот горки. Идемте на горку. Мне писали с Одесской 1. Если ты здесь катался, то ты вспомнишь. Итак, идемте по нашей памяти с вами. Всем, кто жил у нас здесь, на улице Кишневская, Панфилова, Одесская. Вот наша горка знаменитая. Сейчас не катаются уже. То есть сейчас и детей-то нет, чтобы кататься. Вот девочка одна проехала. Когда мы еще тут катались, до этого гаража не было. В общем, все вот это вот было, как говорят, усыпано не машинами поддержанными, которые в наших дворах как какая-то просто свалка. Ну, в общем, так. Идемте. Вниз. А вот в этом доме лет 20 назад когда-то крутили видеопрокат. И вот, впрочем, вот в этом подъезде это было. Это у нас Панфилова 10. А вот через 20 лет ты тоже возьмешь и будешь снимать. Поверь мне, будешь. Поверь мне. Одесская, дом 8. Джо,
Джек, иди ко мне. Вот такой вот у нас тут простор. Ну что, хватит гулять по своему району, пора к себе идти. Идемте. Yeah.